Приветик, иногда хочется чего-нибудь легкого на вкус и свеженького. В общем, то, что идеально подойдет на аперитив. Я приготовлю закусочные стаканы с редисом и козьим сыром. Собственно, нужно 250-300 грамм свежего редиса, зубчик чеснока, 200 грамм козьего сыра, 200 миллилитров 30% сливок, свежий зеленый лучок, соль и перец. Редис я режу тонкими колечками. Смотрите, как выглядит. Какая текстура. Здорово, мне нравится. Теперь чесночок. Я режу его очень мелко. Изрублю его, как говорится, в труху. В подходящую емкость я помещаю козий сыр и вливаю сливки. Обязательно солю, перчу. Все специи, само собой, вы добавляете на свой вкус. Теперь измельченный чесночок. Перемешиваю до однородного состояния. Получается густовато, в общем, так, как и надо. Редис. Опять перемешиваю. Венчиком не катит, а вот ложкой в самый раз. Зеленый лучок, куда же без него. Так. В этот раз у меня нет специального рукава, поэтому беру самый простой пакет для заморозки. Закладываю в него мое приготовление. Отличненько. Отрезаю нафиг уголок. А теперь выдавливаю в стакан. Вроде неплохо получается. Если честно, я еще приберег несколько кружочков редиса. Специально, чтобы украсить стаканы вот таким образом. Немножко зеленого лучка. Отлично. Мне кажется, все удалось. А теперь ваша очередь. Подписывайтесь, комментируйте, делитесь с друзьями и, как обычно, готовьте, пробуйте, и пусть вам будет вкусно. Бон аппетит!